У вас в семье родился первый ребенок, вы ежемесячно будете получать 8930 рублей. При рождении третьего и последующих детей выплата достигнет 9541 рубля. После рождения второго и последующих детей семья может рассчитывать на материнский капитал. А если это третий и последующий ребенок, то вам дадут еще и республиканский материнский капитал. Если вы очень хотите ребенка, но у вас пока не получается его родить, может помочь ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение. В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей, имеющих детей» на эти цели до 2024 года направляется 21 миллиард рублей.